километров вплотную к польской границе, Белосток. И вот он как-то почувствует ураган, начинает завывать. Он боится, что его одного оставят, тоскует. Вот. Ни с чем нельзя его уговорить, чтобы он перестал выть. Тогда я ложусь вот так вот, он глядит на меня и ну видит, что бесполезно. Вот я тебе сейчас поднимаюсь. Так, вот начинается. Но что такое, а? Гулять. Пошли, пошли, все, пошли. Ой, гулять. Ой, 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 ой. Ну что, ну я тебя подцеплю. Что ты? Ну, ну давай-ка посмотрим, получится или нет. Подожди-ка. Ох, мне надо его прижать сначала.